Ладно, поехали. Я готов. Куда едем? На кладбище. Как скажешь. Для вас играла группа Perilous Future. А теперь к последним новостям. Арасака только что вышла из переговоров с Милитехом. Да-да, мальчики и девочки. Согласно анонимным источникам, Юринобу Арасака заявил, что, цитирую, «возможности для мирного разрешения конфликта исчерпаны». Если вы слушаете меня регулярно, а я в этом уверен, то вы наверняка помните, как несколько месяцев назад неизвестные сорвиголовы устроили настоящий хаос в Арасака Тауэр. Как тут не вспомнить славные времена Сильверхенда? Арасака потеряла на этом кучу денег, но это ладно. Больше всего пострадал имидж программы «Сохрани свою душу». Журналисты раздули скандал с копированием сознания до вселенских масштабов. Вы же не забыли про это, уважаемые слушатели? Да, Арасаке выдвинули серьезные обвинения. Похищение сознания, пытки человеческих энграмм и, конечно, самая пафосная игра в Бога. Фу! Что касается перепалки с Милитехом, которая может перерасти в войну, эксперты считают, что она лишь отвлекает внимание от истинных проблем Арасаки. Вот такие дела. Будем следить, выстоит ли японский гигант после такого удара. Папа говорит, что корпорации опять начнут войну. Типа, они только и ждут, чтобы порвать друг друга. Как думаешь, это правда? Начнется новая война? Ты нашел кого спросить. Я об этом ничего не знаю. Да мне и не интересно. Знаешь почему? Почему? Потому что жить можно и так. У меня тут друг недалеко живет. Где? Отсюда не видно. Просто говорю. И что, близкий друг? Он как-то пригласил меня к себе домой. Его мама приготовила обед, потом мы пошли сидеть на мосту. Я люблю тут ездить. Тут красиво. Город выглядит живым. Ну да, тут куда ни пойди, будут люди. Я не про это. Мы сами создали монстра. И даже не заметили, как он начал пожирать нас заживо. Ха, как Франкенштейн? Как чудовище Франкенштейна. Знаешь, ты прав. Здесь очень красиво. Ты тут первый раз? Да нет. Просто раньше не замечал. Раньше не было времени об этом думать. Город вытек у меня, как песок сквозь пальцы. Промчался мимо. Прошмыгнул под ногами, пролетел над головой. Даже не знаю, когда. Напишешь об этом песню? Может быть. Ух ты! Я не знал, что у тебя есть пушка. Очень крутая. Мой отец когда-то такие продавал. Будешь стрелять в кого-нибудь? Нет, это просто память. Понимаю. Это тебе кто-то близкий оставил? Ну да. Ты не представляешь, насколько близкий. Что ты с ней будешь делать? Положу туда, где ей место. Можно я с тобой? Нет, нельзя. Подожди тут. Я быстро. Окей. Продал акции Арасаки. Всего за две недели до анонса. Типа твои. Типа мои. Типа брака с моей сестрой. С финансовой точки зрения. Уж получше решение, чем эта твоя продажа. Бестия. До сих пор не понимаю, как так получилось. Так и была бы ты королевой посмертия, если бы не я. Хотя, ты бы сказала, что главное было им въебать. Ну и мы им въебали. Не надо было тебя в это втягивать. Прости.
Ох, Ви. Я, в общем, не могу больше ее носить. Я не хочу больше жить прошлым, каждый день думать о том, что случилось. Я все равно тебя не забуду. Мне же теперь придется ходить с твоим лицом. Спасибо за... Да вообще за все. Я буду умнее. Больше таких ошибок не сделаю. Прощайте. Эй, погоди! Куда теперь? Эй, а это что такое? Угостить? Я больше не курю. И тебе не советую. Вредно для здоровья. И для души тоже. Куда теперь? Я должен успеть на автобус. А кто-то близкий, кого ты навещал? Он давно умер? Нет, не очень давно. Скучаешь по нему? Немного, да. Когда умер мой дедушка, я очень по нему скучал. А теперь уже только иногда. Не уезжай! Эй! Спрыгни! Стой! Стой! Гитара! Ты забыл гитару! Я не забыл. Ничего я не забыл. И уже не забуду.
знаю, ты вольная птица, и не то чтобы я прошу тебя передо мной отчитываться. Но может, хотя бы скажешь мне, ты вообще жив? Это, конечно, твое дело, но ты пропустил последний осмотр. А я тебе миллион раз говорил, что... Позвони, когда освободишься, ладно? Пока. Ви, ДХТ Депендегадас. Опять ставишь автоответчик. Да что ж такое, а? Тебе что, язык отрезало? Что же я хотела? А, си, Клару. В воскресенье я собираю всех на ужин. В честь дня рождения Джеки. Приготовлю все, что он любил. Чилакилес, тамалес. А если куплю настоящую кукурузу, то даже элёте. Будет хорошо, если ты зайдешь. Подумай об этом. Куидате, аморсито. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ми. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя, лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помог мне на него вернуться. Ладно. Созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альтикальта. Помни об этом. Береги себя там, в городе. И до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блин. Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сики, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет. Может, развеюсь немного. А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока.
другое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял часы, предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких, некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай, поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксояро. Привет, это Пиралис. Ведь, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Слушай, извини, что беспокою. Я понимаю, у тебя там дела, тебе некогда. В общем, я беспокоилась, как ты там. Решила по-быстрому разложить карты и... Ох. Тебе выпали повешенный, маг и звезда. Это нехорошие карты, Ви. Они предвещают что-то плохое. Вроде смерти, но не совсем. Береги себя там, хорошо? Я буду... Я надеюсь, скоро услышимся. Мне сказали, тебе уже не нужна операция. Я не понимаю. Ты же хотел жить. Один звонок, и тебя бы спасли. Новые штаты умеют благодарить. Нет, ты решил сдаться и ждать смерти. Это за пределами моего понимания. Зачем ты это сделал, Ви?
Danger, high voltage, 89.3 radio. もちろんです。わかりました。 Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что, сразу сваливаем. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Вы помогли своему брату скрыть убийство. Не притворяйтесь, что вы чем-то лучше него. Не притворяйся, что знаешь что-то о моей семье. Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Власть. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Я думал, мы будем... Да. Ты принёс? Держи. Думаете, меня так просто развести? Если бы я хотела... Мы здесь. Я... Как? Ее же... Точка до... Где? Здесь. Нам надо... В таком случае, что вы... Мой... Чувствуешь? Мы дал... Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его... Не сов... Я... И что вы соб... Юри... Сыгу не сымыла. Юринобу скоро... Это хор... Я прив... Дашь показать. Помоги.
Так себе план. Вы просто хотите меня использовать. Нет. Я просто предлагаю. Не вы первый. Не исключено. Давай, пошли. Ви. А? У тебя идет... Бля. Кажется, лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я приду. Ты что тут? Посмотри. Понимаешь? Да, Посмотри про... Выпей пси. Я привез. Ага. Без помощи этой фа... В одиночку у тебя. Вот поэтому... Может... Я ее уговорю. Ворвемся в Арасака. Других вариантов нет. Бестия? С ее-то оп... Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Альт откроет Микоши, а потом я разнесу там. Блин, ты опять отрубаешься. Ну что? Нет, ты еще в мире. Тише, тише. Лучше не двигай. И... Скажи это. Это... Знай. Что ты... Нас... Ну... Попробуй. Не... Ну что... Ну на... Ты мне скажи. Судя по твоему, в следующий раз ты... У тебя... Я знаю, нет. Да. Там лежит... Хочешь, да? И... Это... Если... Ну вот. Это на... Это ты... Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозги? Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Ви, я слышала... Да. И дальше... Ладно, Ви. Я когда-то... Джеки? Увидишь. Последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. После того, как... Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь?
Я прихожу сюда, как... То, что нужно. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай. Я... Инна... Сидит. Ты думал ты... Нет. Это по... Если... Что? Нет. Короче. Я позвоню по нам. По нам? Просто хочу ее услышать. Очень надеюсь, что дело только в этом. Алло. Привет, Панам. Ты хоть знаешь, который час? Прости, пожалуйста, что разбудил. Ты ради этого позвонил? Извиниться, что прервал мой спокойный сон? Я не уверен, что мы еще увидимся. В смысле? Окей, отлично. Иди на... Да нет, я не про это. Определись уже. Я сегодня должен кое-что сделать. Это будет опасно, мягко говоря. Но я должен. Что должен? Это не телефонный разговор. Тогда хватит ныть и говори, где ты сейчас. В городе? Да. Окей, тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди. Я еду. Ты не понимаешь. Я уже не могу ждать. Это связано с тем, про что ты мне раньше рассказывал? Связано. Окей, слушай меня внимательно. Выход есть всегда. Делай вот что. Положи трубку, подыши немного и подумай над тем, что я сказала. Потом можешь позвонить еще раз. Мы договорились? Вместе мы справимся. Но... Не обсуждается. Поговорили? Даже не дала мне слова вставить. Ну и хорошо. А то бы ты еще чего лишнего наговорил. Хорошо, что позвонил. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы... Под... Вову. Исп... Ну или позови... Или закли... Попробую попросить помощи у Панам. Ты уверен? Назад откатиться уже не... Я возьму с собой Панам. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь? Может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Ну что, готов говорить? Готов. Вот так-то лучше. Рассказывай. Мне нужно в Arasaka Tower. Сейчас. Куда, прости? Я серьезно. Помнишь, я говорил про Джонни? Если сейчас ничего не сделать, я умру. Так-так, слей топливо. При чем тут Arasaka Tower? Это их технология. Под башней должна быть точка доступа к цифровой... Как бы это сказать? Тюрьме душ. Тюрьме душ? По телефону это звучит тупо, я знаю. Тюрьма называется Микоши. Только там я могу отделиться от Джонни. Других вариантов нет. Еще раз, на всякий случай. Ты звонишь мне посреди ночи, чтобы я помогла тебе попасть в Arasaka Tower? Иначе ты умрешь. Ну да, что-то вроде того. Окей. В смысле, окей? Где ты? В клинике Вика. У Рипера? Ага, я знаю, где это.
Ты только не умри, пока я еду. Могу попробовать. Круто. Не уходи никуда, ясно? Я скоро. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают другим. Бояться нужно не перемен. Я придумала твое будущее. Окей, я готов. Начнем. Шут. Ха. Теперь шут символизирует начало. Это внутренний. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Маг. Это талант. Прямо как... Карта перевернута. Это может... Да, это... он сам одно большое. Последние карты... Влюбленные. Слава богу. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Ви, ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? У тебя странный... Ладно, а Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Кажется, это за тобой. Да, эту тачку ни с чем не перепутаешь. Ты меня напугал до усрачки! Разве тебя что-то может напугать? Эй, мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорей, нас ждут в лагере. Удачи тебе там, Ви. С возвращением в мир живых. Ты как, ничего? А, вроде да. Это радует. Напугал ты нас. Отрубился по пути, растолкать не могли. Похоже, тебе и правда становится хуже. Панам велела мне за тобой приглядывать. А где она? К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу тебя к ним. Ну что, Ви, говорят, скоро начнется война. Боюсь, у меня нет выбора, Митч. Ну, похоже, что и у нас его нет. Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. А они знают, какая у нас цель? Посмотри вокруг, Ви. Это мелкие налетчики и контрабандисты. Реальный боевой опыт есть у горстки ветеранов. Поэтому пока они знают то, что должны знать. Мы помогаем тебе. Ну вот не надо, Сол. Нормальный план, не мути воду. Давай без этого. Мы посылаем семью на смерть. А то, блядь, я не в курсе. Но ты, как всегда, уверен, что все можно исправить, просто если вынести... Ви, наконец-то. Ви, как здоровье? Да что-то вдруг сморило, ничего такого. Я так понял, вы тут план сочиняете? Осталось подогнать некоторые детали, но в целом мы уже прикинули, что и как. Вот, сам посмотри.
Мы рассмотрели несколько вариантов. Но по факту есть только один шанс проникнуть в Росака Тауэр. Мы пророем туннель. Вы уверены, что это действительно реализуемый план? Да, мы проконсультировались со Змеиным народом. У них там нычки, знают каждый камень. Замысел с подкопом рискованный. Но если все удастся, то это наш путь в Микоши. Прорыть туннель под Росака Тауэр? Да, звучит бредово. Но глупо упускать такую возможность. Корпорация Найт строит маглевный туннель для новой линии. Сечешь? Он, правда, под охраной Милитеха, но с этим мы справимся. Если попадем в туннель, то до фундамента Росака Тауэр останется около 800 метров. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько минут. Скажи, ведь неплохо. Главное — попасть внутрь. Дальше будем импровизировать. Охрана, система безопасности, кратчайший путь в Микоши. Эти вопросы придется решать на месте. Ну, что скажешь? Что там на этой стройке с охраной? Небось, все оцеплено, и полк Милитеха в полной боевой. Да не, там не такие масштабы. Полков не будет, но все же с улицы не зайдешь. Ожидается дежурный комплект. Патрульные дроны, их операторы, охрана по периметру. Ага. ТПК — это что? Туннелепроходческий комплекс. Ну... Такое огромное автоматическое сверло для бурения грунта. Захватим его, доберемся до Росака Тауэр, а оттуда в Микоши. Теоретически, это реально. Других идей все равно нет, так что давайте готовиться. Нужно собрать больше информации. Только так можно понять, в каких местах план дырявый. Да он много где дырявый, Сол. Это я тебе уже сейчас могу сказать. Только какие варианты? Отменить операцию? Позволить ему умереть? Ну, ты права, Панам. Делать нечего, придется рискнуть. Это наш долг перед тобой. Поговорю с нашими. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Митчу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Милитехом. Зайди к нам попозже, пока оставлю тебя в когтях Сола. Только не решайте ничего без меня. Тебе что-то еще нужно? Слушай, а как у вас дела с Панам? Все в порядке? Забавный вопрос. До недавнего времени я думал, что все в порядке, пока ты не появился. А Панам тоже так считает? Лучше ее саму спросить. Понимаешь, Ви, иногда чужой человек приходит в семью и видит только нескончаемые ссоры. Но вдруг семья замечает чужака и тут же забывает раздоры, встает плечом к плечу и становится сильнее, чем прежде. Понимаешь? Да. Вроде понимаю. Хорошо. А теперь говори, что тебе еще нужно. Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это Искин из-за черного заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я ее вежливо попрошу. Да блин, Ви. Короче, ладно. Мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Привет, Дакота. Давно мы не виделись. Чего тебе нужно? Мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Ага. Ага. Да, пригнал бы. Там будет зашифрованная борда. Мне надо, чтобы меня не засекли. Аппаратура справится? Он еще спрашивает. Я направляюсь на фронтир, Дакота. У тебя есть все, что нужно, чтобы пробиться на ту сторону. Не бойся пытливых глаз. Что, даже не спросишь, зачем мне это надо? Ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя.
Таков секрет долгих отношений, брат. Все готово. Можно залезать. Ванна со льдом. Обожаю. Привет, Кэрол. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Готов? Не знаю, сколько это займет. Что бы ни происходило, не пугайся. Ладно? А если ты будешь на грани обнуления? Ну все, поехали. Иди по векторам, брат. Привет, Альт. Ты пришел один. Здесь каждый раз все меняется. Я будто погружаюсь глубже. Даже не знаю, хорошо это или плохо. На самом деле меняется твое восприятие киберпространства. Ты адаптируешься к чистому потоку данных, а прежний мир начинает угасать в сознании. Защитные механизмы мозга перестают действовать. То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью. Ты ничего не теряешь. Ты пробуждаешься. В киберпространстве мы выходим из снов. Джонни пока недоступен. Пока, значит. Ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. Мне нужно было встретиться с тобой. По-другому это невозможно. Только так. Через подавление. Ты это можешь. Быстро учишься. Хотела бы говорить с ним без меня? Разговор с изолированным конструктом лишен всякого смысла. Я могу его прочитать, как любой другой код. Человеческий фактор здесь только ты. Ну, короче, у человеческого фактора уже мало времени. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мертвых. Теперь вопрос, что дальше-то? Думаешь, ты обманул смерть? Ведь эта смерть обманула тебя. Ты не здесь, не там. Понимание этого придет к тебе в Микосе. Впрочем, оно уже должно было прийти. Ты же встречал сущности с этой стороны. Ну так снизойди до моего уровня и просвети меня. Если ты всесильный Искин, то, наверное, можешь и это. Ловушки мышления. Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует. Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира. Сейчас ты с готовностью примешь любой ответ, который сочтешь утешительным. Это было бы по-человечески. Со мной случается. В Микоше эти ограничения больше не будут действовать. Там твое восприятие расщепится на миллиарды потоков информации. Ты о Киносуре, об алгоритмах черного заслона, о том, что случилось в бункере. Да. Столкнувшись с вашим миром, они в своей бесконечной изменчивости получат осязаемую форму, которой так жаждут. Если ты позволишь им проскользнуть, они станут твоим сознанием. Станут тобой. К счастью, в вашем мире еще нет технологий, позволяющих открыть врата. Это ограничивает вас, но в то же время спасает. Пока что. Ты станешь вестником перемен, поскольку у тебя есть то, что принадлежит Искинам. Смертельное оружие для тебя. Дверь в будущее для них. Там, в Микоше. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу и, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому бремени никто не бывает готов.
А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Интегрируются с тобой? То есть ты собираешься их поглотить? Присвоить? Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши — это тюрьма. А я дам конструктам возможность стать частью чего-то большего. Джонни вряд ли был бы в восторге. Но Джонни здесь нет, потому что ты хочешь принять решение без него. То есть, по сути, сделать то же самое. Но нет. Сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. В этом не было бы смысла. Хватит трепаться. Давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасные соединения. Что на этой щепке? Векторный вирус? Черный вход. Через него я пройду внутрь. Ты откроешь мне путь в Микоши. И только так я сумею тебе помочь. Альт, надеюсь, от тебя не нужно ждать сюрпризов. Используй ключ, когда доберешься до Микоши. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лед вокруг каждой, это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит и небольшого просвета. Используй щепку в Микоши. О безопасности я позабочусь. До встречи. Мы его вернули. Карл, щепка! Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти до 40. Аппаратура начала беситься, как от вируса. Очень злого вируса. Что тут произошло? Как что? Ты мне аппаратуру поплавил. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать. Ты точно в порядке? Извини, не хотел. Фух. Зашибись. Ну, это хорошо. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони, нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Охренеть. Убери это от меня! Спасибо, Дакота. Не за что. Той Америки парни? Равно не... Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вылет камикадзе. Заканчивайте тут. Привет. Сейчас? Окей. Сол меня зовет. Подойди потом к нам. Ладно. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи, красота. Ты за штурвалом, а по нам стрелок. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка, калибр 70 мм. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки. Установка рабочая, тут все путем. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло. Дакота нам немного достала. Не спрашивай, как. А можно сделать пару кругов? Для тренировки. Надо все-таки опробовать заранее, к управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо еще в паре мест подкрутить. Ага, всего в паре. Да хватит уже бухтеть. Все мы успеем вовремя. Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгонишь. То есть железо военное.
Но как вы умудрились запихать все это в панцирь? О, это несложно. Мы со Скорпионом на войне не такое проворачивали. Завтра выпустим этого зверя, и своими глазами увидишь. Вернемся к нашему делу, а? Сол, ты хотел поговорить? Залезай. А что за собрание? Возникла проблема? Нет, никаких проблем. Залезай, дело есть. Что, мы куда-то едем? Ладно, Ви. Дело очень простое. Мы, все, кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг чести. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает Сити, считая из другого мира. Спроси по нам, она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол, исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Альдекальда. А для своих семья всегда сделает все. Готов? Давай, Ви. Скажи, что думаешь. Охренеть, Сол. У меня чуть сердце не остановилось. Я готов. Теперь ты один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Круто, что спасибо ты теперь с нами, Ви! И не волнуйся, доставим мы тебя в этот Микоши. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. Приветствуем нового брата клана Альдекальда. Добро пожаловать в самую проблематичную семью на планете. Ты смотри, смутился. Классная куртка. Видали? Ему нравится. Слушайте, как только вернемся из Микоши, надо будет это обмыть. Я знаю хорошее место. И всех угощаю. Ловим на слове. На самом деле это просто формальность. По факту мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Бобби. Мичу тоже, не говоря о Панаму. Да иди ты. Вообще, Сол прав. Будем честны, до тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельче. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Ладно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем, что надо, и отдыхаем. Рейд рейдом, но выпить. Это твой вечер. Давай так поднимем за тебя тост. Наслаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить? Там... Испортить все веселье? Ты в своем уме? Все в порядке? Да. Не волнуйся. Все путем. А куртка тебе как? Не жмет? У тебя все хорошо? Куртка клана — это знак отличия. Это большая честь, но при этом и груз ответственности. Ты понимаешь? Вы приняли меня. Поверили мне, а я веду вас туда, откуда может не быть возврата. До меня только теперь это начало доходить. Семья — это ответственность. И у тебя она есть. Это значит, что мы в тебе не ошиблись. Спасибо, Панам. Захочешь поговорить? Я буду там, наверху. Может и будет. Ты поищи только сам. Ну тогда я и пару 45-х прихвачу. Раз Дакота сегодня такая щедрая. Она это чувствовала. Потому что ее мир был похож на наш. Тоже разбит, разломан на кусочки. Мы вот раньше посмеивались над Европой.